Да, да! Съемочная группа агентства «Одесса Спорт» побывала в воскресный полдень на базе «Дюшор Черноморец» в Отраде на игре двух молодежных составов моряков 94-го и 95-го годов рождения. Вроде бы ничего необычного. Самый заурядный между собойчик, если бы не одна существенная деталь. За игрой наблюдали тренер национальной сборной Украины Ю-16 Александр Петраков и председатель комитета национальных сборных Украины Семен Альтман. Вояж Киев-Одесса стоил того, чтобы посмотреть на кандидатов в сборную собственными глазами. Как говорится, теннис сборной. Я по звонкам и по кассетам не беру игроков сборную. Я сел на поезд и приехал. Вместе с Семен Йосиф посмотрел и определился, посмотрел своим взглядом, кто меня интересует. Тренер наш 95-го года рождения, Петраков Александр, он просматривает кандидатов в сборную. Это возраст готовится и осенью будет участвовать в квалификационном раунде чемпионата Европы, поэтому там идет планомерная подготовка. Я являюсь председателем комитета национальных сборных, и это входит в мою компетенцию, в мои обязанности. Тут надо проследить определенный период подготовки игроков. Помимо главной задачи, у футбольных специалистов была и другая, не менее важная цель – убедиться, что на тренировочной базе «Черноморец» в Отраде есть все необходимое для подготовки юных талантов. Вердикт специалистов на ваших экранах. Меня больше интересовало, я давно здесь не было, как тут развилась инфраструктура. Работа идет, и здесь есть все условия, созданные для работы. Но хотелось видеть более качественную отдачу. Но это касается не только нашего города, но, наверное, и по всей Украине. Ну, во-первых, сначала я удивился этому комплексу футбольному. Я здесь давно не был. Здесь была, я помню, здесь резинка была. Там было дальше гаревое поле, да, пыль, это все. Это все прекрасный такой комплекс. В таких условиях можно расти с футболистов. Одесса на правильном пути. Главное, чтобы городские власти, конечно, помогли. Тут много вопросов. Это все надо решить, чтобы сделать именно Академию футбола в Одессе. Во всех же таких городах, ну уже Днепропетровск есть, Харьков, Донецк, Киев, всех есть Академии футбола. А у вас еще нет Академии. Может, помогут городские власти открыть Академию. Это будет подспорье большое для одесского футбола. Футболисты всегда были в Одессе. Ну, вообще футбол в Одессе, это как религия раньше была. Сейчас временное затишье, но я думаю, что что-то наладится. Что же касается самой игры, то все старались, нервничали, осторожничали. Отсюда и результат. Ничья 1-1, хотя счет в таких играх не главное.